30 октября. Видеораспаковочка будет для Константина. Новая моделька. Nomad Great, серый цвет. Вот так эта моделька выглядит. В комплекте Memory подушка под спину, Memory подушка под голову. Самый лучший выбор, самая лучшая сейчас модель в России. Лучше даже не стоит искать. Все равно не найдете. Можно найти дороже, но хуже. Или дороже, но лучше. Это мы уже переходим в окрестник профессиональные кресла. Dextracer, Mobile Chairs. Так, значит. Соответственно, кресло 1,5 мм толщина рамы. Не стоит на нем летать, прыгать. Классификация этого кресла полупрофессиональная. Соответственно, зависит все от роста и веса пользователя. 1,80 до 90 кг, в принципе, можно без ограничений. Если уже рост больше 1,85 и 90 кг, уже с ограничением кресло ходится. Так. Ну, суть видео. Показать, что кресло было новое. Открывается впервые. Подушечки Memory, колеса, болты, все вхоже. Все, значит, в комплекте. Пятилучья. Сиденье. Остальная проверка будет без видеокамеры. Соответственно, все просмотрим. Сейчас давайте посмотрим на подлокотники. Без деформации. Все идеально. Все тоже хорошо. Значит, рекомендации по эксплуатации кресла. Соответственно, правила этого механизма. Обязательно правильно пользуемся механизмом. Поднимаем вверх, а потом кладем спиной на спинку. Ухаживаем за тканью с помощью пылесоса и автохимии. Пенка. Покупаем аэрозольку. Баллончик сейчас покажу. Вот она. Вот такой аэрозоль покупаем. Раз в год, два раза в год обливаем всю рабочую поверхность кресла и с помощью пылесоса это все собираем. Этим же средством протираем раз в месяц хотя бы подлокотник. Полиуретан боится пота. Так, значит, доставочка, отгрузка будет завтра. Вторник. Во вторник. Отгружать будем в Тверь. Новую модельку от производителя Evolution, модель Nomad с Memory подушкой под голову, с Memory подушкой под спину, серый цвет, светло-серый.